Чем же еще раз обусловлена актуальность темы развития межкультурной компетентности студентов? Ну, прежде всего, конечно, как мы уже говорили, университеты нашей родины, нашей страны принимают с каждым годом все больше и больше количество иностранцев. Да? И мы с вами наблюдаем такую широкую географию иностранных студентов. То у нас было большое количество китайских студентов-магистрантов, да? То туркмен, то вот, например, на нашем факультете реализуется такая образовательная совместная программа с узбекскими студентами. И мы видим всю эту широту и разнообразие, да, культурное многообразие. Актуальность как раз связана с тем, что мы должны, помимо того, как мы умеем работать с нашими белорусскими студентами, уметь работать еще и со студентами-иностранцами. Потому что вот я вам попытаюсь сегодня рассказать, продемонстрировать всю эту сложность и амбивалентность вот этого взаимодействия. Общаться с представителями своей культуры – это привычное для нас дело, правда? Мы общаемся с ними, ну, для нас это обыденное уже, мы друг к другу привыкли, мы примерно знаем, мы одного культурного поля. А вот общаться с представителями другой культурной группы – это уже совершенно другая ситуация общения. Это уже ситуация общения, где мы общаемся не только с человеком, да, с личностью, но за ним стоит огромный пласт его культуры, культурных артефактов. Я всегда студентам говорю, что когда вы общаетесь с иностранцем, вы обогащаетесь и имейте в виду, что не только со студентом общаетесь, но и с его культурой, богатством и разнообразием. Нам же не всегда есть возможность у нас поехать, например, в другую страну и окунуться в эту культуру, правда? Но у нас есть возможность общаться с представителями этой культуры, а значит и с его культурой в том числе.